Всем привет! Ну вот, наконец-то приехал заместитель директора, помощник. Сейчас директор должен появиться. Вот так вот мы играемся. Освоился очень хорошо. Вот моя красота, зайка мой. Вали красивый. Все в сборе. Сегодня у нас уже как Вали приехал, 4-й день. Ну, директор вроде нормально себя ведет. Вначале шипел очень сильно. Не хотелось. Ну, на руках не любит просто вот рядом. Полежи немножко, полежи, Симош. Полежи, Симошечка. Вот умничка. И сейчас вроде все хорошо. Симоша у меня уже живет 18 лет. Он у меня уже такой котик взрослый. А этот вот Highland Fold порода называется. Ему 4 месяца. А Симоша у нас британец. В принципе, они родственники. Когда я его, конечно, принесла домой, а Симон вообще не хотел его, прям вообще не хотел. Он шипел, рычал. А сейчас вот они прям близко-близко к друг другу подходят. Вот Симоша убежал. Но этот, конечно, такой дружелюбный. Он, конечно, на рожон не лезет. Такой прям игривый. Умненький такой, могу сказать, котик. Знает свое место, где кокоточки поточить, знает. В туалет сходить тоже знает. Очень разговорчивый. Он у нас из Тулы. Приехал он из Москвы. Я его встречала в 5 утра. Было так холодно у нас, помню. Вообще я взяла плед, думала, чтобы мальчик не замерз. Ну, конечно, я его встретила, все хорошо. Он сразу же замурлыкал, когда я его достала из переноски. Сразу стал рычать. Прошло 4 дня со дня приезда. И котики себя как бы хорошо очень ведут. Старший как бы не обижает его, и все хорошо. Думаю, скоро подружатся со всем. Будут спать в обнимку. Да, Бали? Да, и назвала я его Бали. Вот такой домик ему купили. Здесь он у нас когти точит и любит поспать вот здесь наверху. Видите, какой игривый. Растения он не трогает. Ну, конечно же, он залетел пару раз в горшок с драценной. Но я ему сказала, что так больше делать нельзя. Он, в общем, ничего не трогает, ходит, даже если листочки где-то по нему там или хвост задевает. Он ничего не кусает. В общем, молодец мальчик. Воспитанный. Поддается воспитанию очень легко. Думаю, будет хорошим помощником. Он со мной уже ходил, поливал цветочки, помогал мне. Когда директор отдыхал, это же его заместитель. Он у нас голубоглазый блондин, вот просто не хочет никак показаться, глазки свои красивые. Любит эту игрушку очень. Балечек, ну посмотри, пожалуйста, покажись. И немножко вам сейчас расскажу про эту породу. Highland Fold – это довольно редкая порода. От своего известного собрата Scottish Fold, то есть шотландской вислоухой кошки, Highland отличается уникальной длинной шерстью, как вы заметили. У него очень длинная шерсть. Их шерсть средней длины и имеет особенную структуру. Она очень приятная на ощупь и пушистая, и в то же время не создает колтунов. За историю породы в его формировании поучаствовали персидские, американские короткошерстные, экзотические и даже бурманские кошки. Характерной особенностью этой породы, помимо шерсти,
являются ушки. Широко посаженные, маленькие и загнутые не прямо вперед, а в сторону носу под небольшим углом. И поэтому он создает такое, знаете, мимимишное такое вот. Он всегда будет такой и взрослый тоже выглядеть. Очень мило. Очень милые такие, конечно. Хайланды очень ласковые, дружелюбные, любопытные. Кошки, которые любят общение и внимание. Они с удовольствием ходят вслед за хозяевами и наблюдают за ними, что они делают. То есть они всегда рядом. Я даже по себе заметила, он за мной как хвостик. То есть если я в другую комнату, он в другую комнату. То есть он всегда рядом. Хотя он со мной живет всего 5-й день, а уже ко мне так привязался. Это достаточно умные и сообразительные животные, которые легко учатся открывать двери в шкафах, потому что им любопытно, что там находится, и умеют приносить игрушку брошенную. Очень любят сидеть на задних лапках и прислушиваться, что там где происходит. И прекрасно уживаются с другими животными. Вот такое чудо я себе завела. Я, конечно, давно хотела эту породу. Мне она очень нравится. Согласитесь, что он экзотично очень смотрится. Очень красивый. Красивый такой хвостик. Смотрите. Для 4 месяцев, я могу сказать, он довольно-таки крупный. Такие большие широкие лапы. Ну, вообще просто прелесть. Упадешь. Весь лохматился. Это вот его любимая игрушка тоже. Такая вот игрушка. Да? Валик. Любит он эту грушу. Да. Растеряли уже еще мышка у него была любимая. Ну, энергии, конечно, у него еще вообще много. Ну, вот так вот. Залазит в свой домик. Облюбовал, в общем. Облюбовал Барри свой домик. Я очень рада, что у меня появился такой помощник. Буду вам его показывать почаще. Увидимся в следующем видео. Thank you.